Так, мы будем сейчас снимать вот такую хорошую игру. Снежок обиденный переполох. Называется рекордом. Рекорды, нот, стоп, рекорды, но мы нажмем на карьеру. Итак, мы продолжаем играть. Там, значит, участники, я вам скажу, какие. Идет загрузка сейчас вот сама. Итак, мы готовы обслужить клиента. Вот, поскольку у нас уже там кофе в кафе уже наливается, первый клиент уже появился. Отлично. Мы должны помочь ее просто посадить, а она сама никогда не сядет, потому что ситуация у нас как бы не из лишних сама. Поэтому вот еще пришло как лет, но у них еще имеется и кошка. Но когда до нее дотрагиваются, она постоянно орет сама. Эта кошка, она вот такая. Ну, и вот, чтобы мы клиента тоже не потеряли, мы можем, потому что сама клиентка, она никогда не сядет. Когда, вот сейчас мы вот уже бумажку мы забрали. Вот еще забрали. Можем также мы чай можем подать, чтобы люди как бы не обиделись на этом. Номер два уже есть, пока не мер, номер один тоже. Можем один отнести, можем два отнести. Так, что-то те двое долго, сука, думают, пока не мере. Это, эти уже подумали. Отлично. Мы можем кофе им дать, чтобы на всякий случай не расстроились, мам. Пускай кофе они выпили, пока не мере. Те очень долго жрут, пока не мере. Давайте вы быстрее шевелитесь, жрите быстрее, потому что у нас клиент уже, как говорится, в том бриллиантовой руке. Они как когда медленно едят, я могу рассказать про эту игру. Клиент просто может расстроиться, обидеться и уйти. Этого нельзя допускать. Это жопа будет мы начнем. Вот. Ну, тебе интересно, Леша? Леш. Алло. Леша. А, извини, я там нажал лишь нечаянно. Я говорю, то, что я рассказываю, тебе интересно, Леша? Не, я говорю, алло, говорю, Леша, это мне, говорю, я тебе сказал, тебе интересно то, что я рассказываю с мамой. Да, вот, теперь, значит, вот мы вот сейчас тут выкинули, так, это чаевые кому-то, так, это им, так, они быстро поели, так, некоторые люди могут уйти, чтобы этого не случилось, ма, надо этих посадить вот сюда. Так, номер два, надо сразу чай дать, чтобы они не исчезли, так, этих нужно, нет, этих я посадить я не смогу. Так, а кого ж посадить куда, блин? Так. Этих можно и без очереди посадить сама. Этих двух тоже можно и без очереди посадить сама. Так. Эти поели. Давайте быстрее жрите сама, ёб твою мать, заколебали. Так, четверо посадили, отлично. Мы сейчас даже чаем им принесем, чтобы я их не потеряла. Номер четыре. Так, там торопят почему-то, я не знаю, но мы, люди только сели, что вы переживаете. Они там злятся, клиент злятся. Из-за того, что люди медленно жрут, это раз, они тоже хотят поесть, но не только, они там все прям, извините, такие прям голодные. Там уже, как говорится, клиентов мы можем потерять, мы, чтобы этого нельзя допускать. Клиенты просто уходят, они просто бывают обижаются им, но все наплевать. Могут пойти, в принципе, в другое кафе. Вот мы уже несколько человек уже потеряли, это я уже вижу. Им насрать, они уже пожрали, ушли, им уже все по барабану, короче говоря. Давайте быстрее жрите им. Все. Так, блядь, надо посадить маму. Так, чё? Номер один, номер два. Так, у него уже не действует правильно. Номер один, номер два. Забрать бумажку сюда. И чай, и угостить. Я уже одну куклу я уже потерял, но зато их я могу посадить. Ой, я же их посадить не могу, сейчас они исчезнут, ёб твою мать. Ведри твою налево. Да, уже мы их потеряли по-любому. Ну, потеряли, и слава богу. Так, будильник мы уже отключили. Да, несколько клиентов у нас ушли. Конечно, им уже наплевать, уже насрать, они уже ушли сама. Это уже, конечно, так, уже безвыходное у них положение, так сказать, сама. Поэтому...